Добрый день! Это видеообзор ЧП в Ярославской области за неделю. О происшествиях за 7 минувших дней расскажу вам я, Анна Ёлкина. Окончательный приговор суда услышал мэр Ярославля Евгений Урлашов. Глава города отправился в тюрьму на 12 лет и 6 месяцев, а также заплатит штраф в размере 60 миллионов рублей и возместит сумму взятки в 17 миллионов. Менее суровое наказание получил экс-советник мэра Алексей Лопатин – 7 лет колонии строгого режима. А третий фигурант дела, экс-зам мэра Дмитрий Донсков, оправдан и отпущен на свободу. Осужденным и оправданному приговор понятен? Нет. Порядок обжалования понятен? Нет. Копию приговора получит. Трех ярославцев подозревают в хищении 13-летней девочки. Ребенка украли на глазах у бабушки, в квартиру залезли через окно. Двое мужчин и женщина потребовали выкуп за ребенка в 20 тысяч рублей. Женщина из преступной банды оказалась знакомой отца. Полиция вычислила подозреваемых и вернула ребенка в семью. Полицейские сожгли конопляное поле в Некрасовском районе. О растениях пожаловались правоохранителям местные жители. Стражи порядка выкорчевали около 100 кустов запрещенного растения. Шокирующее происшествие в Козьмодемьянске, где 52-летний мужчина изрубил 5 женщин топором, получило продолжение. В халатности подозревают ярославских полицейских. Оказывается, безумец с топором накануне пытался зарубить жителей поселка и поджечь их дома. С жалобой люди обратились в правоохранительные органы, но не дождались ответной реакции. Спонсор программы – компания «Дельта» – система безопасности. «Дельта» – это современная система безопасности в каждую квартиру, дом и офис. Первым 50 клиентам в августе монтаж сигнализации в квартиру или коттедж бесплатно при заказе на сайте delta.ru. Успейте подключиться на выгодных, уникальных условиях.